Когда капитан готов отойти, отходим, отдаем второй швартовый и пошли. Ничего не делайте. Сейчас Маша все сделает. Садитесь, чтобы не вывалиться. Если очень хочешь, можешь кранцы поднять. Собирай кранцы, давай. Да, можешь поднять. Или поднять кранцы. Мы все время дочку гоняем, будем заниматься. Слушай, у меня вот эта таска, которая у меня укачивает. Кранцы поднять? Угу. Кранцы взяты по топчинах и мешают опасности. Так мы там не ходим? А где вы ходите? Ну, я хожу. А это что-то новенькое, это автопилот на румбе. Не, разбывает, это пилот разбывает. Это девятка, покажи. Ну, девятка плюс 4. Санкции и прекращение этого там авиасообщения. Экспед рекомендует измерять в корпусах яхты. Сейчас у них есть матч на берегу, вот с этой стороны. Там вот он, есть матч. На ту сторону. Это как раз таки на той стороне. Пляж такой оборудованный, там какой-то ресторанчик. Полуострова наша Марина, откуда мы идем. А на эту сторону пляж Дикий. Мне этот больше нравится. А вот он, тем, что каш во всей красе. На ту сторону пляж, там бьют источники с пресной водой холодной. И вот здесь даже нам рассказали вот эту вот, прямоугольную вещь. Не могу сфокусироваться. Это какой-то римский театр старый. Если будет возможность, дойдем, покажем поближе. Мы как-то зашли в эту бухту, идем отсюда, а тут ветер, волна такая страшная. Рыбацкие лодки. Так, а мы сейчас идем вот в этот пролив,
там за ним будет бухта. Вот белый торчит маяк. И рассчитываем в той бухте остановиться, покупаться, посмотреть местные достопримечательности. А каш у нас остается слева. О, рыбку возле маяка ловит. Смотрите маяка. Ему же тоже надо что-то кушать, даже не в сезон. Улетать. Долго мастилась на брюки мои. Хочет Facebook, в YouTube от пчела, поднявшая тарелку. Пчела, вынувшая гвоздь, уже есть. У нее будет новый пчел. Там он знак не рыбачит. Одиннадцать. Ко мне голову поворачивай, когда говоришь. Ко мне справа по борту. Мы сейчас будем вставать где-то на 10. Только место найду, а тут здесь везде 15 метров глубины. Чистая и прозрачная. Да. Такая красивая! Сюда. Нет, я после тебя! Так, я пока шарю. А то вдруг у тебя ногу сведет, кто тебя будет спасать? Дай мне очки. От солнца? Конечно. Какие же еще есть? Все, ты все, втянулся. Мозг пожирать не буду. Какой копейный. Не-не-не, обратно давай, сейчас вот хорошая. Вообще не знаю, как он это делает. Камни эти. Скользкие. Они довольно острые. А так он же в тапках. А, он в тапках? Да-да-да, он в тапках. Он же вернулся, специально одел тапки. Давай, лови ужин. Неинтересно, он же не падает. Ведь нам становится неинтересно. Попробуй выпрямить верхнюю руку. Вот так, да. Ну, как вы поняли, по каплям в текущем свете он все-таки рухнул. Жаль, камера это не засняла.
Заодно ты подтвердишь нашу догадку. Пока я готовила обед, Витя отчалил в известном направлении, но уже так далеко, что его не видно. Так, и мы полагаем, что он это вот, вот это вот. Да, он, вот он, точно. Он. Так, все, мы его нашли. А так вообще не видно. Вообще не видно. Ну, сейчас посмотрит гробницы, придет, расскажет, что увидел. Все, Витя уже освоился. Можно его домой вплавь отправлять. У нас что? А что? Смотри, ведь из Средиземки в мраморное море. Что? Москва, порт пяти морей. Из мраморного в черное, из черного в Азовского, из Азовского в Дон. Потом Цимлянского до хранилища, потом в Волгу. А по Волге там уже и до Москва-реки рукой подать. О, меня ему билет на суп, и я пошел. Другой вопрос, что тебе там, скорее всего, уже не суп, а лыжи понадобятся. Или коньки. Зимой на коньках каждый может, а пусть нас не попробует. Ну, вот, вам можно как тузик использовать. Поможешь? Не тузик, а сапик, да? Сапик. Туда, прямо к Ваньке вперед. Сейчас радуга будет. Да. Дойдем, когда давление когда. Я иногда забываю, вот, знаешь, это вот ногу полоскал ногой, воду попробовал, забыл. Потом приходишь, а тут такие вселенные разводы по всей ноге. Так что рыбаки. Вообще, вот эту бухту и соседнюю называют Черепашья бухта. И мы здесь видели черепаху в апреле, и в прошлом году мы в октябре. Они вот со стол размером. На ночной каш. Здесь у нас светящиеся водоросли. Ну да, ты же, конечно же, все увидишь. Планктон. На самом деле, мы видели месяц назад этот планктон в одной бухте. И я такая полезла, покупалась, и мне так что-то, блин, что-то стрёмно и холодно, и все. Я такая думаю, завтра покупаюсь. И нифига, его больше не было. Это был первый раз, когда мы его увидели с тех пор. Давай-давай, есть. Есть? Черт. Да, как мне посоветовали сказать, на этом черном экране вы видите ваш. Которая плавает в окружении светящегося планктона. Кайф. И очень жаль, что... Ты видишь светящиеся пузыри? Все это не видно. У тебя руки светятся. И ноги тоже.